Кирово-Чепецкий побывал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. Он презентовал новую программу ресоциализации трудных подростков, в которую входит проект «Социальный лифт». Площадкой для реализации стал спортивный зал в местном отделении Союза ветеранов Афганистана. К 7 часам вечера к спортивному клубу «Липовой джим» подтягиваются люди. До начала основной тренировки несколько минут, но и их парни проводят, играя в мяч и растягиваясь на матах. Тренировки несколько раз в неделю проводит мастер спорта по боксу, классической борьбе и комплексному единоборству Роман Малышев. В основном борьба, бокс, растяжка, ноги, ну полностью весь комплекс, весь спектр. А оттуда уже вижу, то есть расположен к какому виду спорта парень, в этом мы более тщательно к этому подходим. Спортклуб «Липовой джим» появился в Кирово-Чепецке несколько недель назад. Сам Александр Липовой приезжал сюда и высоко оценил зал и подготовку местных борцов. Клубов, носящих имя трехкратного чемпиона мира, в стране пока немного. Но вот проект спортивной социализации, который он лично инициировал, реализуется практически во всех российских регионах. Это три направления работы. Спорт для всех желающих, отдельная программа для профессионалов и еще одна по ресоциализации трудных подростков. Для нас здесь важно выкинуть из той пагубной среды и включить их в атмосферу спорта, в атмосферу поддержки, вот как раз привить те качества характера, которые помогут спокойно потом социализироваться и влиться в нормальное общество. По всем трем направлениям программы спортсоциализации старт будет дан в сентябре. Планируется создать несколько групп и привлечь профессиональных тренеров. И до визита спортсмена клуб не пустовал, но после того, как зал стал носить имя Липового, народу прибавилось. Никаких ограничений по возрасту, совершенно не важно, прошел ты школу Олимпийского резерва или только что решил познать азы единоборств. Обычный ты рабочий или руководитель крупного производства. В этом зале главное желание заниматься и вести здоровый образ жизни. Мы не просто наблюдаем со стороны или говорим красивые слова. Мы с ребятами работаем вместе на ковре, на грушах. То есть мы сами имеем хорошее спортивное прошлое, прошли школу Олимпийского резерва. Поэтому считаем необходимым держать себя в форме, ну и своим примером заражать в хорошем смысле этого слова молодежь, подрастающее поколение. И пример действительно оказался заразительным. Ради занятий в клубе Саша Колобов ездит из отдаленного Кирово-Чепецкого села. Но никакие расстояния не заставят его уже оставить тренировки. Юный борец признается, главным в его жизни стал спорт. И благо, что в нем есть на кого равняться. Вергина Матевосян, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.